Итак, я маньяк Рокки, и у меня сегодня день варенья. В связи с этим бухаем, алкоголизируем, тусуемся. О, вот это, попрошу заметить, печеные яблоки. Это не печеные яблоки. Это, сука, куриные крылышки почему-то. Вот кто бы мог подумать, это куриное крыло. Чупа-чуп со вкусом курицы. Яйца петуха. Все поняли. Вот как бы, да. Адмирал утверждает, что это яйца петуха. Мы тут снимаем жесткое гетеросексуальное припатье. Пизду порно. Хорошая порно. Гетеросексуальная такая мужская компания. Мы как финские лесорубы. В лесу говорим о бабах, а с бабами о лесе. Гетеросексуальный угар тащим-то. Клуба «Цоколь» и «Блэк Метал» всей страны, все уже жесточайше алкоголизируют, бухают. Армянский коньяк, между прочим. Да, бухаем по-взрослому. Вы что думаете? С днем рождения, маньякушку. Да, меня с днем рождения. А остальных с алкоголизацией жесточайше. Я тоже. Выжили! Алкофест, Зайцфест. Будем вот такие напитки пить, и не только. Приходите все. Шоколадками и солёными. Кто не придет на Зайцфест, тот будет алкоголизировать вхолостую. Yeah.
Да, пожалуйста, меня закрыли. Сиськи! Ебать! Ой, маньяк и сиськи, это вообще шикарно. Мега-кулинар! Охуенный! Ну, с днём рождения, Сева! Коньячку, не хотите ли? Давай коньячку сюда уже. Все в курсе, да, что я только по пиву? Но сегодня у меня день варенья. Не имею права ебануть коньячку. В который раз уже. Ну, это детали. Коньячку! Ну-ка, дай-ка посмотреть эту бутылочку. Маньяк, снюхай. Спасибо. Всего всех благ тебе. Спасибо. Процветание твоему блогу, некроблогу. Да, это важно. Это все самое важное вообще.